Ранее в сельских новостях оказывается, что на нас надвигаются гигантские мобы. А! Что это? Почему озеро зачаровано? Я споткнулся, и зелье упало в озеро. И нашелся селенин, который добровольно нырнет в нижнюю часть озера и вытащит пробку. Пойду, наиграюсь в Fortnite, пока все не взорвалось. Привет, народ. Недавно посетил чайную мойчай.ру. Очень атмосферное место. Я попал на чаепитие. Очень классно посидели. Чай очень расслабляет. И я решил приобрести несколько пачек чая. Две пачки красного чая. Одну пачку тайваньского улуна. А также набор для заваривания чая. Который, как вы можете сейчас видеть, включает в себя небольшой чайничек и 6 пиалочек. И у меня появился к вам вопрос. Скоро Новый год, и не хотели бы вы, чтобы я провел конкурс на продукцию или на подарочный сертификат компании «Мой чай»? Мне кажется, это бы стало отличным подарком. Очень много сортов, очень много разнообразной продукции, наборов для заваривания чая, просто для создания атмосферы, для украшения интерьера. В общем, пишите в комментарии, что вы думаете, а мы продолжаем. Селенин номер 4, ты вернулся. Это я, селенин номер 5. Что? Тебе сюда нельзя. Новости. Гигантский крипер угрожает уничтожить сельскую жизнь, которую мы знаем. Селенин номер 9 на связи со студией. Спасибо, селенин номер 5. Я стою на утесе, откуда видно гигантского крипера. Похоже, он привлек нескольких последователей. Но это не единственная плохая новость. Взрывная сила гигантского крипера сравнима со 100 000 блоков динамита. Плохо. Так и есть. Если эта гадина взорвется, наступит конец света. Кроме того, он направляется в деревню. Папа? Может, нам стоит бежать? Папа? Беги, сынок! В данную минуту проходит подготовка военных. Но без противоядия от зелья, это может быть пустой тратой времени. Но ведь есть противоядие. Яма смерти. Но вы ведь не спрашивали. Привет. Фу, отвали, не трогай меня. Девочки мои, слушай сюда. Это противоядие. Мне нужен один из вас, кто возьмет его, заберется на гигантского крипера, засунет ему в рот и спасет мир. Остальные возьмут на себя армию криперов. Кто это будет? Шаг вперед! А, что? Нет! Молодец, солдат! Вот противоядие. И помни, судьба всего мира зависит от тебя. Я бы хотел сказать, что вы незаменимы. Что ж, давайте сделаем это. Все вперед! Вперед! Пожарная охрана. Мы не сможем пройти, их слишком много. Предоставь это мне.
Селенит номер 4. Он вернулся из Fortnite. На этом все. С вами был Селенин номер 4. Еще увидимся. Селенин номер 4. Нет, противоядие. Оно разбилось. Что теперь делать? А! Только посмотрите, кто это. Кто ты? Я тебя не знаю. Да, но... У тебя есть еще это противоядие? А, тебе нужно это? Я не могу отдать его, это последнее. Ну пожалуйста. Что ты хочешь? Освободите меня и его. Привет, я здесь с 2013 года. А, это еще одно противоядие? Стоп, этот парень мусорит? Теперь меня никто не остановит. Нам нужен кто-то еще, чтобы использовать противоядие. Но это наш последний шанс. Если у нас не получится и в этот раз, мы обречены. Нам нужен кто-то надежный. Кто-то, кому можно доверять. Что насчет тестификейца? Нет, нет, он этого не хочет. Откуда вам знать, что он этого не хочет? Я просто знаю, хорошо? Кроме того, он занят, продает свою книгу. Прочтите, обязательно. А как же он? С вами Селенин номер 9. Я веду репортаж с поля боя. Я был избран защитить деревню и спасти наш мир. Ты сможешь сделать это, Селенин номер 9. Я верю в тебя. Я сказал это сейчас, чтобы потом у меня был флешбэк. Мы не можем пролететь через это. Криперы набирают силу. Пришлите Таладасов. Ну же, вперед! Почти долетели! Эй, а ты знал? Я вертолет. Я тоже. Я тоже вертолет. Я знаю, ты вертолет. Вы все вертолет. Не все из нас. Что? Не все из нас. Он слишком близко к деревне. Мы должны оттеснить его назад. Артиллерия. Что? Нет. А!
оскорбительная надпись. Командир, зачем ты это сделал? Эй, народ, вышло обновление. Появилась новая одежда, еще пчелы. Я вернусь позже. Ты сможешь сделать это, Селенин номер 9. Я верю в тебя. Я сказал это сейчас, чтобы потом у меня был флешбэк. Как я мог вообразить такой ужасный исход? К счастью, ничего этого на самом деле не произошло. Он все еще там. Вы сделали это, Селенин номер 9. Ну, конечно, он бы это сделал. У него есть сценарная защита, как у всех в последнем сезоне Игры Престолов. Я бы не был так уверен. Где он? Селенин номер 9? Где Селенин номер 9? Вы, наверное, слишком молоды, чтобы помнить. Но Селенин номер 9 спас мир. Это было вчера. Он сделал это, оседлав дракона в битве и сжигая все на своем пути. Полностью игнорируя его предыдущую позицию по этому вопросу. Он этого не делал? Да, вы правы, не делал. Это было бы глупо. Селенин номер 9 не был похож на всех остальных. Он был совершенно уникален. То, как он говорил, то, как выглядел. Все по-другому. Он был одним из лучших. Почти так же хорош, как Тестификейтис, который, я уверен, занят чем-то очень важным и... опасным прямо сейчас. Короче, пойдем домой. Эй, а помнишь, когда повсюду появились эти гигантские мобы? Ох, что там было? Они все еще здесь. Мы этого не исправили. О, тогда это тема следующего видео. Не, думаю, нет. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте посетить описание ниже. Там вы найдете всех, кто принимал участие в дубляже этого ролика. Всем удачи и до скорого. We'll be right back.